На исследование пришла пациентка 64 лет с жалобами на затрудненное дыхание в течение последних 3 дней. Температура до 36,9 градуса. Небольшой кашель при выполнении КТ органов грудной клетки. Область исследования. Органы грудной клетки с реформатированием в 3 плоскостях и реконструкциями в объеме. Контрастное усиление не проводилось. Выявлены множественные участки инфильтрации легочной ткани по типу матового стекла различного размера 10-50 мм в поперечнике. Справа ВС-3 4, 5, 6, 8, 9, 10, слева ВС-3 5, 9, 10, 6. Ветвление легочных артерий типичное, контуры их четкие. Просвет трахеи не сужен. Бронхи на видимом протяжении проходимы. Визуализируются просветы бронхов до 3-го порядка. Стенки их не выглядят утолщенными, без признаков наличия бронхоэктазов. Лимфоузлы в средостене до 8 мм в поперечнике. Мягкие ткани грудной стенки в объеме сканирования в целом без патологии. Жидкостного содержимого в грудной полости не выявлено. Камеры сердца в размерах увеличены, левые. Аорта и ее ветви локально обуздалены, не расширены. Увеличение левой доли щитовидной железы. Травматических или деструктивных изменений не определяется. Умеренно выражены дегенеративные изменения грудного отдела позвоночника. Заключение. КТ-картина двухсторонней полисегментарной пневмонии. Умеренно выраженная лимфоденопатия средостения. Увеличение щитовидной железы. Рекомендуется госпитализация. Была вызвана скорая помощь, пациентку госпитализировала.